Каспийская флотилия готовится ко дню ВМФ. Прошла генеральная репетиция парада и военно-спортивного праздника. В мероприятии будут задействованы более 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, а также свыше 900 человек личного состава. Жители и гости республики увидят ракетные корабли «Дагестан» и «Татарстан», адмиральский катер, поисково-спасательные катера, корабли пограничной службы и 4 вертолета Ми-8. Перед зрителями развернутся около 10 розыгрышей боевых действий. Так, например, моряки продемонстрируют бой с кораблями условного противника и оказание помощи судну, терпящему бедствие. В этом году в параде ко дню ВМФ впервые примут участие и корабли Азербайджана и Ирана. День ВМФ пройдет уже в это воскресенье с 10 утра до часу дня. Зрители нашего канала смогут увидеть все в прямом эфире. В этом году мы уже в третий раз проводим в городе Каспийске военно-морской парад в рамках главного военно-морского парада, который проходит в эти дни во всех городах, базах военно-морского флота Российской Федерации. Сегодня у нас проводится генеральная репетиция. Все, что мы спланировали, планово идет. Проблем у нас на сегодняшний день нет. Я уверен, что 31 июля мы для гостей и жителей города Каспийска, гостей Республики Дагестан, сможем показать действительно настоящее морское шоу, и все останутся очень довольны.